Всем привет! Сегодня хочу показать вот такие ведра. Они маленькие и разных цветов. И с разными рисунками. Также есть еще вот такое синее с блестками. Очень красивое. Это для маленьких прям детей. Вот такое розовое есть, а также есть еще и фиолетовое. Также есть чуть побольше ведра, тоже с ежиком, крошем. Есть еще и вот такие. Они все, естественно, разных цветов, но по объему они вроде как одинаковые, а рисунки разные. Также есть фиксики. Это уже ведро побольше. Еще Маша и Медведь. Оно чуть меньше и тоже очень красивого цвета. Также смешарики в очень большом ведре. Есть еще вот такие, такое поляна, наверное, с грибами и насекомыми. Очень красивое и прикольное. Также есть вот такие замки. Ведра разных цветов. Также есть еще ведра для мальчиков в желтых цветах и в синих. Ой. И вот такое еще бирюзовое есть, тоже замок. Есть еще и вот такое замок. И очень хорошо деталями сделан вот такой голубой, прям башня. Также есть вот такой крабик, обычное ведерко, чтобы было удобнее выливать воду. И есть ведерко «Три кота». Дети, которые очень любят этот мультик, могут брать. Также есть еще и чуть меньше ведро, тоже три кота, и уже с другим рисунком, естественно. Также есть вот такие ведра со звездочкой вот здесь, и на них есть разные мультики, и они разных цветов. Например, это Винни-Пух, а это Бременские музыканты. Это оранжевые, а бременские музыканты в желтом цвете. Также есть очень большой замок. Прям кто хочет построить супер-пупер хором и там королевство. Вот такой очень прикольный. Мне прям нравится. Также есть ведро, чтобы с родителями или просто ходить в лес, собирать ягоды, грибы и все остальное. Также есть очень большие ведерки и с вот таким выступом, чтобы было удобнее выливать воду. Очень красиво. Есть также и маленькие ведерки, чтобы было удобнее маленьким детям носить. Также еще есть и вот такой замок. Он чуть побольше остальных, но он меньше того прошлого. Но очень прикольно сделан. Мне прям нравится. Также есть вот такой, это уже Барби, и, естественно, это для девочек. Он в розовом цвете, желтым, ручка очень прикольная, детям подходит. Также есть еще вот такое для девочек, вот такие принцессы, можно сказать, с белой ручкой. Также есть маленькие, но более уточенно красивые, удобнее тем, кто не хочет таскать с собой большие ведерки, чтобы построить замок, есть вот такое маленькое. Здесь прям все сделано очень качественно, мне нравится. А также у него есть еще и выставка.
также есть более упрощенный вариант, чтобы построить замок. Его легче делать, легче наполнять. Это вот такой обычный прототип. Есть также вот такие маленькие. Это прям такое же ведро, только чуть поменьше, прям для маленьких детей. Сейчас я покажу. То же самое ведро, просто оно поменьше для маленьких детей, которые тоже хотят строить красивые, качественные замки. И чтобы было им удобно, есть такое маленькое. Разных, естественно, цветов. Зеленого и красного. Также есть вот такое ведро. Оно более-менее похоже на цветок вот здесь. И есть еще одно такое же. Только чуть больше. И уже другая ручка. Они просто разные в размерах. Также есть вот такое детское, очень интересное ведро. Оно маленькое, прям для таких детей. Вот с такой милой улиткой желтого цвета. Также есть более маленькое ведро, чуть похожее на прошлое. Тоже практически в виде цветочка со слоником. И это прям, я думаю, ведро для того, чтобы наливать воду и выливать, чтобы делать песочные замки и укреплять их водой. Также есть еще вот такое ведро с рыбками, бирюзовое. И вот такое, наверное, это самое обыкновенное, но самое удобное здесь ведро, чтобы просто таскать песок и строить куличики. Оно с чайками и детьми, которые отдыхают на море. Я думаю, на этом все. И всем пока. В смысле.